Сегодня мы сделаем инспекцию, как растут наши помидоры, а потом мы их подвяжем. Друзья, обрежем ненужные помидорам ветки, которые называются пасынками. Пошли в нашу теплицу. Наши помидоры за 3 недели они вымахали до огромного-преогромного размера. И смотрите, у них уже есть цветы. И очень много ненужных помидору веток, которые и называются пасынками. Сейчас мы их будем обрезать. Так, друзья, пасынки мы будем убирать ножницами. Это обязательно, чтобы меньше было травм у растений. И вот он у нас пасынок, смотрите. И убираем его не под корень, а с небольшим, сейчас я вот вам покажу, вот таким вот пеньком, чтобы этот пасынок снова не пророс. Вот лист, а вот пасынок. И вот такие нижние листы мы тоже убираем, чтобы бактерии не попадали на наши растения. А посмотрите на отличие вот этого помидора. Это крупный сорт помидора. У него вот один ствол. И вот есть, рядом растет с ним, вот такой вот помидор, которого имеется несколько, 2 и более стволов. И их убирать не надо. Из них тоже будут расти помидоры. Обычно низкорослые, это сорт черри и подобные вот этому сорту помидора. Делить вот эти вот помидоры, которые называются черри, можно вот по большому количеству их цветков, на которые прям будет грозди, огромные грозди помидоров. Целые ведра у нас будут помидоров. После того, как мы убрали пасынки, мы начинаем помидоры наши подвязывать. Обычно, кстати, мы подвязываем вот таким вот капроновыми нитками. Можно чулки у жены там отжать. Вот. И подвязывать вот таким вот материалом, который не травмирует помидоры. Нижняя петля делается достаточно свободной, чтобы не травмировать ствол. А верхняя петля, которая будет у нас наверху, соответственно. Она уже привязывается достаточно жестко. Чтобы не отвязалось, ее подвязать надо так, чтобы развязать эту петлю в нужный нам момент. Потому что в следующий раз мы будем перевязывать вот это вот по новой, поэтому нужно сделать все-таки бантик. А теперь идем прыгать вот на этом вот батуте.